Всем привет! А сегодня у нас на распаковке такой важный инструмент в домашнем обиходе, как электроотвертка. Всегда надо что-то где-то подкрутить, что-то подтянуть, открутить, и электроотвертка вам в этом поможет. На коробочке у нас нет никакой информации, пришла она вот просто в такой коробке, ничего другого не было, поэтому сразу приступим к делу. Что у нас здесь приходит? Давайте посмотрим. У нас есть бита, вот сразу в комплекте одна идет, такая универсальная, скажем. Сама отверточка, пока ее отложим. Что у нас здесь еще? Здесь также имеется шнурочек, шнурок Type-C, уже зарядка по-модному. Ну, самой зарядки, ясное дело, нет. Расчет на то, что у вас зарядка есть от вашего телефона или какая-нибудь другая, от любого другого устройства. Имеется инструкция, она вся на китайском. Здесь, в принципе, небольшой набор характеристик все-таки можно разобрать. Питание 3,7, 4,2 вольта, это крутящий момент. 3 нм, кто в теме, тот знает. Здесь имеются габариты, вес, имеется индикатор зарядки и, наверное, работы. И указано, что на Type-C у нас сама зарядка отвертки происходит. Ну, в принципе, все. Комплектация самая необходимая. А дальше приступим к рассмотрению отверточки. Это пластиковый корпус. Здесь имеется, вот как я и говорил, Type-C зарядка. Все обычно, две кнопки. Закручивать, выкручивать. И, в принципе, все. И вот здесь находится вот индикатор. Здесь посадочное место под биту, вот такое жало. И, в принципе, вот отвертка как отвертка, что еще от нее надо. Вот она в рабочем состоянии. Индикатор зелененьким показывает, что идет процесс кручения работы. Не шумная, вполне удобная. Хорошо сидит в руке, имеется рифлености на корпусе, захватывается, то есть, ну, не скользит. Я думаю, что самый лучший вариант проверить, работает отвертки в деле, чем мы с вами и займемся. Так, приступим. У нас есть деревянный брусочек для тест-драйва отвертки. В него мы закрутим несколько саморезов и посмотрим, как вообще отвертка тянет все это дело, и выкрутим, соответственно. У нас есть вот небольшие саморезики для испытаний, есть удлинитель, чтобы вам было лучше видно, и сама бита. Ну вот я взял специально другую, чтобы посмотреть, будет ли эта отвертка работать с другими битами, а не той, которая идет у нее в комплекте, чтобы можно было понимать, что биты заменяемые, и без труда можно купить любые и использовать с отверткой. Так, приступим. У нас здесь магнитный держатель, то есть держится все хорошо, ничего не вываливается. Все хорошо, вот стандартный удлинитель становится, я вот взял удлинитель от другого шуруповерта, и он без проблем стал. Ставим сюда биту, и, в принципе, отвертка готова к работе. Так, возьмем один саморезик и попробуем его закрутить и выкрутить. Как видите, отвертка неплохо справилась. Давайте еще один. Возьмем другую какую-нибудь плоскость и проверим, как тут. Может быть, тут плотнее дерево или что-то типа такого, чтобы проверить лучше. Все отлично. Вот, давайте еще один. Как видите, отвертка неплохо справилась. Давайте попробуем теперь выкрутить. Все замечательно. Тянет и туда, и назад.
То есть, как видите, отвертка отлично справилась. Нет никаких проблем с нагрузкой, со всем остальным. Все идет хорошо. Вот такой тест-драйв отвертки у нас получился. Отвертка отлично себя проявила. Хорошо тянет, закручивает, выкручивает. Нет никаких проблем. Что у нас по зарядке? Внутри батарейка 1200 мАч. Литий-ионная. Памяти заряда нет. В любой момент ставите на зарядку. С этим все в порядке. В комплекте есть шнурочек, зарядка Type-C, очень удобно. Берете зарядку от вашего телефона, можете и шнурок взять от телефона, вставляете на зарядку, и все, отверточка заряжается. Полная зарядка занимает 2 часа 13 минут, она приехала разряженная, я поставил ее на зарядку, и через 2 часа 13 минут погас индикатор красный, что говорит о том, что отвертка полностью заряжена. Крутящий момент у нее на двигателе 3 ньютон-метров, и мощность двигателя 4 ватта. Этого вполне хватило, чтобы закрутить вот такой саморезик в доску. И идет хорошо, прям чувствуется, что есть еще запас, и она может еще больше нагрузки дать, если вам что-то более серьезное надо закрутить. С этим все окей. Хороший такой инструмент, простая отвертка. Надо закрутить, взяли, закрутили. Я считаю, что в домашнем хозяйстве такая штука обязательно пригодится. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До связи! Редактор